Приветики всем! Снова мы! Да, мы опять тут. И снова Лися. Наконец-то я добралась до того, что все так ждали. Я снимаю 91 Space. Давай, скажи опять Spice. Я снимаю Space 91 Space номер один. Самый первый, хотя он вышел уже очень давно. Я снимаю его только сейчас. Пусть оценит и сам, потому что она, в принципе... Первый раз вообще такой формат вижу. Да, как она корейцев не любит. Да, посмотрим, как она сейчас на казахов отреагирует. Ладно, давайте. Так. Че это? Что это было? Он ответил на твой вопрос. Азазус? Азебрус. У них какие-то имена другие есть. Там кого-то Мирхан уже. Может, я не помню, как зовут. Я его занимаюсь, смотри, какой ты молодцы. Ну, то, что мы. Приветики. Кто-то больше не видит. Надеюсь. Спайс. Спайс. Ас. Такой этот... Спасибо. Сонный такой. Жандано. Зрится. Жандано и Хуранбо. У нас по расписанию сейчас дыхательное упражнение, поэтому мы делаем точно по расписанию. Хорошо говорим, да? Да. Поделайте с нами, если хотите. Поделаем? Давай, встанем. Дыхать очень сильно, брать очень много воздуха, при этом подыхая, не сдавать поставили мальчика. А, чтоб акустика, наверное, тут хорошо. На корейском. Дальше. Какому-то пацану. Как я уже говорил, я люблю разбрасываться одеждой. Пацанов? О, Малахай! Иди готовиться к рэпу. Я там снимаю видео, хожу, блин. По идее, я тоже должен был писать что-то, но... Вот, видите, ты говоришь, друзья. Вот здесь. Балак. Балак. Балак, 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 балак. Что еще осталось? Вот это Олжик. Это диджей, да? Музыка мы продюсерите. Занятый человек, очень деловой. Поэтому я не буду ему мешать. Снова поднимаюсь на второй этаж. Не знаю, что это за камера. И ее так. Это вообще все, что ты что-то делал. Дом, наверное, какой-то. Вот это моя любимая. Кстати, вот с нее я пью, маленькая реклама. Я пью. Спасибо, Иглс. Это подарок одной Иглу. Казахша ваша сюздык. Казахско-русский словарь. Мне такой нужен, ребят. Я знаю, что вы мне можете купить. Я шучу. Наглядный. Если ты читаешь текст, собери всех своих близких друзей, и все вместе выучат это слово. Карнеки. Карнеки. Корняки, неглядный, что ли? Корняка. Наглядный. Так, поскольку это наше первое видео, я буду иногда лажать. Так что, сори. Сомби. Если что. Что-нибудь интересное. Чем он же покрасил в оранжевый? Не он же красит. Не красит. Он не бритый. Видите, мои усы и борода не брился 2 дня. Это плохо. Я забыл. По идее, я должен был побриться перед тем, как я сниму это видео. Перед тем. Но уже поздно. Я надеюсь, это нормально? Окей, я перехожу на казахский. Салем бэрэнэстэр мэгэ найчи вам сап. Варсап. Ау, на жерде баттер. Тэнкс. Балакас. Тэнкс. 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 Бэзэнгэ шаар ватэр. Вот бэзэ... Сидит там, то что... Амин шаарудан. Чем-то занимается. Был без нынды. Дэйч. Дэйч.
неловкий момент. Другой сейчас спит, там этот АЗС спал, сейчас Бала спит. Дурак. Но нет, оказывается, это весь прикол в том, что на ошибках. Получается, там один человек умственно отстал и пишет дневник, что с ним происходит каждый день. Ну, знаете, это довольно интересно. Спасибо. Меня это метр! Испанский говорит учет. Не за что, Эле. Приходи еще. Доступ глаза, говорит, если ты доступ глаза дам, в ЖД Эйзи Минзактын.
Фотосессия с Баланас, ладно. Так вот думаешь, да, что они вроде бы идут без охраны, да, а сам впереди в зале, так ты чуть-чуть не это звезды, что ли? Да, я тебе говорю, найти Майна, это очень популярно здесь на группе 0. Видишь, сколько стоит людей? Найт Плаза, это, видимо, этот центр их не дает. Просто как ты понимаешь. Позируй еще. Так вблизи такой. Как красиво. Мне все нравится. Холодно на улице. ZIQ. Иди за одежда такая прикольная у меня. Не получается, потому что почти вот русский золото. Это точно я! Это я, который снимаю с тебя везде. Не старайся, Изи! Я не вижу огонь в твоих глазах. Улыбайся, глаза. Приходится вот так кричать на артиста. На русском. Класс, какая-то одежда. Перископная. Нет, просто камера. Смотри, камера прикольная, да? Обычная одежда. Покажи мне страсть, говорю. Оля, да, ты будешь? Оля. Махабатта. Соната, не соната. Оля, прикольно. Оля, брат, ты мне далеко от нас живут, да. Я? На какие шиши тебе пойдут туда, блин? Какие шиши? Планета похожа на наши? Да. Ай, червовоз моя. Бала плапкалда. Бала упал. Бала плапкалда. Какой снег. Мен біздің оператордың күтіп отыр. Ай, аспан, алқан. Ну все, ну басты. Это моя Афродита. Мне вообще надо, кажется, турецкими местами как-то про этот... Папашки, говорю, турецкие ведмены. Ай, да его на... Пока ай как-то. Смотри. Давайте тоже растягивать начнем. Ужас. О, зачем таким мучением парням, а? Яйца рожать. Яйца откладывать. Дырочка, бля. Жиды у нас. Жиды.
Да, и я на башкирском. Да, я тоже башкирский знаю. Башка. Кутер, что, наверное, типа, произношение такое, или похоже, не похоже очень. Кутер, да-да-да. Кутер. Боль. И злость. Зачем их так делают? Такой Владимир, внутреннее вдохновение Куртки. Че, гол тоже по зиме бегать, а? Гол. Снимай, ты снимай. Вот как я. Ой, мама, шикадам, шикадам. Скажи мяу. Иди. Ну-ка, у нас опять перевод из английского пространственного. Также можно перевести к космос. Ясно, что это такое вообще. Да, я тоже все поняла. Я тоже поняла, что это. Ну, что могу сказать? Мне как бы, в принципе, понравилось. Это, грубо говоря, как влог. Да. Ну, как люди влог снимают, просто как бы название Space дали, и прикольно, в принципе, получилось. Может, тоже что-нибудь такое придумать там? Ну, у нас уже есть один Space. Не кос. Не кос. Не кос. Не кос 001. Не кос. Посмотрите, мой влог тоже. Наш. Да. Что могу сказать, мне на самом деле все очень понравилось. 91, они молодцы, они занимаются, снимают. Но на самом деле просто интересно стало, это у них общага, да? Или это место, где вот они занимаются? Вы, пожалуйста, скажите. Может, такую фотографию даже есть, можете скинуть, как бы я с удовольствием посмотрю, расскажу Лисану, мы посмотрим вместе, как бы, и потом скажем свое мнение, потому что как бы у нас. Это вообще кто это? Это звезды, певцы. Это звезды. Кто? Давайте просто в Википедии введу, и ты посчитаешь. Это же как бы сейчас. Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас я, да. Так удобнее просто. Короче, это ребята, которые начали выступать. А, вот это они. Музыкальная группа, да. Получается. Наверное, знаете, вам, наверное, вот понравится, если я вам вместе с Лисаной сниму реакцию на их клип. Ну, новую реакцию, как бы я буду молчать, в принципе, просто Лисан посмотреть. Это реально, это, короче, ребята, которые под корейскую идут. Ну, вот этот кей-поп берет начало, видишь, написано? Mm-hmm. Википедия, творишь чудеса, в Википедии все написано. Вот. А, первые артисты из Казахстана, которые вошли в iTunes, продюсер группы, часть казахской музыкальной группы. Основоположники нового музыкального пронения кей-поп. Кей-поп, а это кью-поп. Казахский поп, типа, якобы вот так. А, нашел, да, нашел, да. Херак. Вот. И, наверное, если я с Лисаном сниму, мне тоже должно понравиться, и мы посмотрим. На самом деле, конечно, Лисан, она не тот человек, который любит Корею, в принципе, и все. А давай не будем. Я просто, короче, честно, я ее это... Тихонько так двигаю, короче, туда. Ей уже Хёна нравится. Уже вон.
Ладно, я про бабочку Кейн. У нас там свое название, так говоря. Короче, нам все понравилось. Вам спасибо. Да. Мы снимем еще остальные. Раз, два, три, четыре. Четыре еще спейса снять осталось. Нам тоже реакцию. Посмотрим. Все с ним, все будет. Не переживайте. Через годика-два. Зачем через годика-два? Сейчас у нас новая камера, благодаря Алисе. Так что видео будет лучше. Все, ладно, всех люблю. Пока-пока. Всем пока.